С 20 апреля особый противопожарный режим начинает действовать не везде. В Абазе, Орджоникидзевском, Таштыпском и Ширинском районах ограничения будут введены чуть позже, с 26 апреля. В это время запрещается разведение открытого огня, то есть сжигать прошлогоднюю листву на приусадебном участке или жарить шашлыки на природе нельзя. Если на улице жарко и ветрено, запрещено топить печи, очаги, котельные установки без дымников, искрогасителей и других подобных устройств. Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий там, где плохо обеспечена пожарная безопасность. Нарушителям грозят крупные штрафы. Для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч, для организаций от 400 до 800 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара или причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, закон устанавливает уголовную ответственность. Добавим, что во время действия режима по всей Хакасии будут проводиться рейды. За соблюдением правил проследят представители местных администраций, полицейские, инспекторы государственного пожарного надзора. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС.